Добрый день, уважаемые коллеги. Я снова приветствую вас в студии. Сегодня мы обсуждаем снова клинические рекомендации острый коронарный синдром с подъемом и без подъема сегмента СТ. В первую очередь я хотела бы поздравить экспертов, которые пришли ко мне в ТВ-студию. Это основные авторы клинических рекомендаций. И сказать им прекрасную новость, что вчера на научно-практическом совете ваши клинические рекомендации были одобрены Минздравом научно-практического совета. Я с большим удовольствием представляю основных авторов клинических рекомендаций: Дублякова Дмитрия Викторовича, вице-президента Российского кардиологического общества, доктора медицинских наук, профессора, главного кардиолога Самарской области. Добрый день, Дмитрий Викторович. Добрый день. Также я представляю Евелова Игоря Семеновича, доктора медицинских наук, руководителя отдела фундаментальных клинических проблем тромбоза при инфекционных заболеваниях, заведующих кафедрой кардиологии с курсом аритмологии, интервенционных методов диагностики и лечения, МИЦ терапии профилактической медицины. Добрый день, Игорь Семенович. Добрый день. А также я представляю Шахновича Романа Михайловича, доктора медицинских наук, профессора Института подготовки и развития кадров высшей квалификации МИЦ кардиологии имени академика Чазова Минздрава России. Добрый день. Добрый день, Игорь. Коллеги, выпустились рекомендации. Как мы знаем, Российское кардиологическое общество очень активно работает над рекомендациями, но это также поручение Министерства здравоохранения, нашего министра. Скажите, пожалуйста, в 2020 году уже вышел у нас проект и острого коронарного синдрома с подъемом сегмента СТ, без подъема сегмента СТ, и вот сейчас обновление. Можете вкратце, да, сказать большими мазками, насколько отличается вот этот проект, не проект уже, а все одобренное, да, рекомендация от предыдущей версии. Ну, давайте, наверное, начнем с подъема, да, сегмента СТ. Коллеги, кто? Роман Михайлович. Да, добрый день, уважаемые коллеги, я всех приветствую. Я должен сказать, что и европейские рекомендации, и обновленные российские рекомендации, которые, наконец, действительно одобрены и скоро появятся, будут опубликованы, можно будет знакомиться, не являются революционными. Там есть какие-то серьезные изменения, на которые нужно обратить внимание, но эти рекомендации не изменят коренным образом клиническую практику. На что хотел бы все-таки обратить внимание? Начнем с вопросов диагностики острых коронарных синдромов. В наших рекомендациях мы оставили позицию, что не обязательно во всех случаях пользоваться высокочувствительным тропониновым тестом. Это важно с точки зрения доступности этого теста, это важно с точки зрения того, что пока не доказано преимущество вот этих высокотропониновых тестов. Да, вот в отличие от наших европейских коллег, мы не требуем во всех случаях пользоваться высокочувствительными тестами. Кроме того, повысились позиции методик визуализации для диагностики, дифференциальной диагностики инфаркта миокарда, это прежде всего магнитно-резонансная томография. Вы видите новый класс уровня рекомендаций, когда диагноз нам не совсем ясен в сложных случаях и когда мы хотим уточнить наличие или отсутствие внутри полостного тромбоза левого желудочка. Что касается профессиональной терапии, основные сроки ее проведения остались неизменными. Есть очень важный вопрос о целесообразности одномоментного вмешательства в случае многососудистого поражения. Этот вопрос до конца еще обсуждается, не закрыт. Тем не менее, вы видите позицию, что, по крайней мере, в течение 45 дней от события показана полная реваскуляризация. А если вы смотрите на коронарную анатомию и видите, что в этом есть необходимость прям непосредственно во время стентированный индексной артерии, инфаркт связанной артерии, то вы, согласно нашим рекомендациям, вполне можете и должны это сделать. Лекарственная терапия обновилась, прежде всего, в отношении липидоснижающей терапии, как в европейских рекомендациях, так и в наших рекомендациях даже в большей степени. Безусловно, показана высокоинтенсивная терапия статинами. Кроме того, есть позиция, которая призывает нас к инициации двойной терапии с азетимибом уже на старте, независимо от уровня холестерина. Если исходный уровень холестерина при низкой плотности очень высокий, превышает 5 ммоль на литр, то вы увидите новую позицию, которая предлагает нам стартовать с тройной липидоснижающей терапии.
Мы добавили новый липоснижающий препарат активный, некая интрига, которая, так сказать, может быть, призовет и заставит вас познакомиться с нашими рекомендациями. И что касается осложнений, я обратил ваше внимание на более, так сказать, интенсивное, агрессивное отношение лечения желудочковых, жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. Если в течение 2 суток не удается купировать этот аритмический шторм, так называемый, мы предполагаем возможность и ранней абляции вот этого аритмогенного очага в левом желудочке и раннюю имплантации кардиовертера дефибриллятора. Это буквально в 2 словах, чтобы, собственно, как Ольга Борисовна просила, да, чтобы дать время моим коллегам что-то дополнить. Я уверен, что я сказал не обо всех новых положениях рекомендаций, но для начала, я думаю, это достаточно. Роман Михайлович, вы, мне кажется, сделали акценты на самых важных моментах, временных рамках, да. А вот что касается методов реваскуляризации, есть какие-то изменения по острому коронарному синдрому с подъемом именно сегмента СТ? Методы те же, их 2 инвазивных, это стентирование и коронарное шунтирование. Методы визуализации коронарной появились в качестве тезисов рекомендаций, в частности, оптическая когерентная томография и внутрисосудистый ультразвук. По-моему, впервые, да, мы предлагаем использовать в качестве полезных методик в случае, когда не ясна коронарная анатомия, когда есть сомнения в диспозиции стента. Это предложение основано на серьезных исследованиях, которые показали преимущество в прогнозе выживаемости у больных, которые эти методики используют. Поэтому в экспертных центрах, где технически это возможно, все это не облигатно, не все обладают такими возможностями, где это возможно, полезно использовать вот эти вот высокотехнологичные внутрисосудистые методики. С другой стороны, скажем, определять функциональную значимость стеноза оказалось не бесперспективно у больных с острым коронарным синдромом, как с подъемом, так и без подъема сегмента СТ. Мы тоже об этом пишем в наших рекомендациях. Вот. А методики пока 2, так сказать, да, это стентирование, коронарное шунтирование, и мы подробно описываем показания для, как бы, того или иного метода, ну или тромболиз, вот, который не потерял актуальность. Роман Михайлович, я это и хотела уточнить, именно когда все-таки при подъеме сегмента СТ мы можем и должны делать шунтирование, а когда достаточно стентирования? Тут позиция очень четкая, она не новая, я ее, кстати, повторю. Если от времени постановки диагноза, то есть от времени фиксации изменений на кардиограмме, характерных для инфаркта, до проведения проводника в инфарктно-связанную артерию, проходит не больше 2 часов, тогда мы выбираем первичное вмешательство без предварительного введения тромболитика. Если больше 2 часов, безусловно, мы должны склониться к проведению чистокожного коронарного вмешательства. Для догоспитальной бригады есть такой более простой, как бы, такой временной алгоритм. Если период доставки, госпитализации, транспортировки больного превышает 1 час, тогда нужно не то что думать, обязательно нужно проводить догоспитальный тромболиз, если нет к этому противопоказаний. У нас недостаточно часто используется тромболиз, есть резерв, потому что нам важен не сам факт реперфузии, а время, в течение которого эта реперфузия проведена. Оптимально первые 3 часа, данные нашего регистра говорят о том, что меньшинство больных получают реперфузионную терапию в какие-то там сроки желаемые. А со временем эффективность ее значительно уменьшается. Поэтому, конечно, Россия огромная страна, у нас такие масштабы, что обеспечить проведение чистокожного коронарного вмешательства в там, какие-то отдаленных населенных пунктах в течение вот этих искомых 2 часов бывает невозможно, поэтому стоит думать о тромболитической терапии в этих случаях. Если мы склоняемся к тромболитической терапии, она должна быть проводиться на догоспитальном этапе максимально, и эта позиция тоже четко обозначена в наших рекомендациях. Роман Михайлович, спасибо за исчерпывающие ответы. Игорь Семенович, я, наверное, обращусь теперь к вам. Скажите, пожалуйста, а вот можно такими же большими мазками рассказать, что же нового в ОКС без подъема сегмента СТ? Ну, я буду стараться. Надо сказать, что уже 2 раза успели обновиться рекомендации Европейского кардиологического общества.
по введению острого коронарного синдрома без подъема сегмента СТ. Первое обновление произошло буквально через несколько месяцев после того, как были финализированы российские рекомендации 2020 года. А второе обновление, вы знаете, это сентябрь прошлого года, где были объединены оба острых коронарных синдрома. Ну, надо сказать, что европейский документ, на мой взгляд, страдает некоторой неконкретностью в использовании некоторых подходов, прежде всего, к лекарственному лечению острого коронарного синдрома. Там все объединено такими крупными мазками. И вот мы в своих рекомендациях, как мне кажется, попытались сохранить те немаловажные тонкости, нюансы лечения, прежде всего, антитромботического, которое важно учитывать в повседневной врачебной практике. Но если говоря о том, о тех изменениях, которые произошли в рекомендациях по острому коронарному синдрому без подъемов сегмента СТ, ну, о диагностике Роман Михайлович уже говорил, расширился список диагностикумов, которые можно использовать при определении троponина высокочувствительными методами. Если мы используем 1- и 2-часовой алгоритм раннего выявления больных с острым инфарктом, миокарда. Кроме того, расширен список шкал, по которым мы можем оценивать риск кровотечений. И вот, на мой взгляд, очень мягко сформулирована позиция, как мы должны относиться к этим шкалам при наших принятии клинических решений. Там очень много сослагательного, и ни в коем образом рекомендации не настаивают на обязательном применении этих шкал. Ну, все основано, как бы отдано на усмотрение врача, который принимает клинические решения. А кроме того, уже с 2020 года изменилась подход к выборе стратегии ведения больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ. Исчезла группа так называемого среднего или промежуточного риска, когда выполнение коронарной ангиографии с прицелом на реваскуляризацию надо было планировать ближайшие 72 часа после госпитализации. Вот эта группа исчезла, и теперь осталась только срочная вмешательства у совсем уже тяжелых, нестабильных больных. Остались первые 24 часа у больных с критериями высокого риска неблагоприятного исхода. Критерии сами фактически не изменились, но и остались все остальные, которые продолжают лечиться первоначально медикаментозно. Еще очень важное дополнение, которое появилось и стало очевидным в последние годы, что даже для больных высокого риска первые 24 часа планировать коронарную ангиографию стало необязательным, то есть вот императивность исчезла, но осталась желательная, как бы настоятельная рекомендация все-таки сделать это пораньше. Но если не в первые 24 часа, то как минимум в период первоначальной госпитализации. Кроме того, мы уточнили подходы к особенностям медикаментозного лечения, прежде всего антитромботической терапии. Более детально прописаны возможности деэскалации терапии, ранняя отмена одного антиагреганта в составе двойной антиагрегантной терапии. Мы восстановили в правах, если можно так сказать, пероральные антикоагулянты у тех больных, которые в них нуждаются. В прошлой версии в силу разных причин вот высокие дозы пероральных антикоагулянтов вообще не обсуждались. В этих рекомендациях мы их туда вернули. Ну и чего не было в рекомендациях 2020 года по ОКС без подъема сегмента СТ, там совсем не было осложнений. Ну, это было сделано так, потому что шли по структуре за европейским документом. Но совершенно очевидно, что у больных, например, с инфарктом миокарда осложнения бывают столь же тяжелыми, даже если нет стойких подъемов сегмента СТ. Поэтому вот эти разделы полностью синхронизированы с рекомендациями с подъемом сегмента СТ. Точно так же, как и, например, антитромботическое лечение в отдаленном периоде, потому что оно фактически совпадает. Про особенности гиполипидемической терапии Роман Михайлович уже рассказывал, и появилось несколько дополнений, таких материалов, которыми могут пользоваться врачи в повседневной врачебной деятельности. По особенности изменения кардиограммы, все шкалы, о которых я говорил, тоже представлены в рекомендациях. То есть, на самом деле, неожиданно, но изменений получилось довольно много.
Игорь Семенович, спасибо большое, но можно я все-таки сделаю для наших слушателей акцент вот именно антитромботической терапии, да? Тройная особенно антитромботическая терапия. Мы все понимаем, что это высокий риск кровотечения, все-таки минимальные сроки отмены тройной антитромботической терапии, переход на двойную, какие особенности? Вот можно вот прям конкретно озвучить, кому, как и что? Ну, эти подходы, на самом деле, как-то уже определились, сложились, где-то начиная, с конца 2020 года, и с этого времени они не меняются, по крайней мере, в Европе. Ну, и мы, собственно говоря, пошли за этой точкой зрения. На сегодняшний день, если больной нуждается в длительном приеме высоких доз антикоагулянтов, классический пример – это больной с фибрилляцией предсердий, он продолжает их получать, и в добавление к ним он получает два антиагрегата. И оптимальный срок отмены одного из них – это период выписки. В течение первой недели, а дальше врач может сам решить, когда это сделать. Бывают ситуации, когда на следующий день он отменяет после начала, инвазивного лечения острого эпизода и так далее. Это все на усмотрение врача. Но если мы имеем больного с высоким риском тромбоза стента и не пугающе высоким, риском кровотечения, относительно невысоким риском кровотечения, если можно так сказать, то мы можем продлить тройную антитромботическую терапию, но максимум до одного месяца. Вот исчезло из представлений, что мы можем продлевать до 6 месяцев, потом говорили, что можем продлить до 3 месяцев. Вот сейчас точка зрения достаточно определенная, и она уже не меняется последние 4 года. Максимум тройная терапия до 1 месяца. Потом убирается один антиагрегант, это, как правило, аспирин, ацетилсалициловая кислота, и оставляется блокатор P2Y12 рецепторов тромбоцитов. Для большинства больных это будет клопидогрел. Вот это изменение. В прошлых рекомендациях не было такой строгости и определенности, и даже были немножечко по-разному изложены эти аспекты в рекомендациях с подъема, без подъема СТ. Вот сейчас у нас все синхронизировано, потому что, собственно говоря, не важно, что было в острейшем периоде, а потом подходы, они одинаковые. Игорь Семенович, можно я тогда резюмирую для наших слушателей? Минимум тройная терапия 7 дней, правильно? Максимум 1 месяц. Минимум вплоть до 7 дней. То есть внутри 7 дней тоже можно, не запрещено ее сокращать, до 6, 5, 4. Никто не знает точно, какова оптимальная длительность тройной терапии в пределах первой недели. Но в принципе, изложено так, отмена до 7 дня. А дальше врач может этот интервал выбрать, исходя из особенностей конкретного клинического случая. То есть можно даже 3 дня тройной терапии, если высокого риска кровотечения, то отменять, да? Рекомендации этого не запрещают. Это очень важно, потому что часто проверяющие инстанции начинают требовать строгих соответствий написанному. Так написано, до 7 дней, не с 7, а до 7, да? Я уже начал сомневаться, но... Не надо сомневаться, на самом деле, потому что мы пациента выписываем иногда раньше, чем на 7-й день. Поэтому это до момента выписки из стационара может быть. А пациент может быть выписан и на 3-й, и на 4-й, и на 5-й день. На самом деле у нас в стационаре не выписывают, конечно, с УКС на 3-й-4-й день. Но еще раз напоминаю, до 7-го дня и отменяем сначала ацетилсалициловую кислоту. Правильно, да? Да, абсолютно правильно. И потом остается у нас два препарата. Один из них антикоагулянт, либо прямой антикоагулянт, либо варфарин. И второй препарат – это преимущественно клопидогрел, правильно? Как правило, клопидогрел. Очень маленькие есть доказательные базы с тикагрелором. И, в принципе, не исключена возможность его применения. Но это уже индивидуальный выбор у каких-то больных с наиболее высоким риском коронарного тромбоза. Игорь Семенович, минимальная длительность двойной терапии для наших слушателей сколько месяцев? Важный 12 вопрос. Месяцев для двойной, большинства случаев. Минимально. Двойной антиагрегантный? Нет, имеется в виду... Вообще любой, антитромботической, до 12 месяцев. А как же 6 месяцев? Это опции, это все опции для некоторых категорий больных. То есть они не являются основным сценарием ведения, так скажем. Но такое решение может быть принято индивидуально. То есть если мы имеем больного
больного с высоким риском кровотечений мы можем сокращать до 3, до 6, 3, даже 1 месяца. Но если мы, в принципе, боимся кровотечений, больной был стентирован, то мы можем рассмотреть отмену через 3-6 месяцев с переходом на монотерапию одним препаратом. И, ну, как бы наибольшая доказательная база получена с тикагрелором в дозе 60 мг 2 раза в сутки. Но здесь говорим про антикоагулянты все-таки. У нас же остается антикоагулянт. Вы имеете в виду? Да. И с антикоагулянтами, в принципе, до 6 месяцев предлагают у больных с высоким риском кровотечения все-таки продлевать, а потом переходить на монотерапию пероральным антикоагулянтом. Но стандартный подход до года. Просто вы понимаете, что у нас каждым годом все-таки происходит увеличение количества пациентов с сопутствующей патологией. Очень часто перед нами стоят пациенты, у которых выбор, какую операцию делать первую, какую вторую. Если я говорю уже, наверное, это уже не ваша, да, тематика. Это надо было мне спрашивать вчера про ЭБС, да, стабильную, когда мы выбираем, вот, какую операцию сделать первую, да, и какая там длительность. Но здесь понятно, здесь острая ситуация, да, и если вдруг понадобится в этот период вторая операция, то минимум, когда мы можем убрать хотя бы временно, да, заменить, допустим, прямой антикоагулянт либо варфарин на низкомолекулярный гепарин, хотя бы перед операцией, да, как мы любим говорить, МОЗ, да, но уже, наверное, через месяц, да, если вдруг возникнет необходимость другой острой, ургентной какой-то операции. В принципе, да, конечно, но если ургентный, то совсем можно уже действовать, исходя из клинической ситуации. Я хочу как бы напомнить одну простую вещь. Клинические рекомендации не могут описывать всего, что бывает в жизни. И врач должен иметь выбор нестандартных подходов в тех случаях, когда вот ситуации диктуют какие-то особые подходы, которые просто не описаны в клинических рекомендациях. И на самом деле, ну, всегда, когда мы отступаем от написанного, надо просто хорошо объяснить, какие у нас аргументы, почему мы это делаем. Вот, как бы, то, что описано в рекомендациях, это то, что применимо для большинства больных в большинстве ситуаций. Но бывают случаи, полностью из этого выпадающие. Это обычная, это реальная жизнь. Игорь Семенович, главное, чтобы это понимали наши страховые компании, проверяющие, да, которые будут уже с января говорить, а вот в клинических рекомендациях так нашим докторам, а вы сделали так. То есть тут, конечно, ну, посмотрим, как у нас это все получится объяснить в практике. Вы знаете, ну вот мне кажется, ну что делать? Мы должны налаживать диалог. Мы должны в том числе обучать представителей страховых компаний о том, как устроена жизнь практикующего врача и что такое клиническая медицина и как принимаются решения. Когда решения должны быть стандартными и они полностью укладываются в документы, а когда врач принимает не всегда однозначные, но тем не менее вынужденные клинические решения. Это должны в этом разбираться не только врачи, но и те, кто проверяет. Но иначе как они будут, собственно говоря, это оценивать? Спасибо, Игорь Семенович. У меня, Дмитрий Викторович, к вам, наверное, самый важный вопрос. Почему так долго у нас пересматриваются клинические рекомендации? Какие вообще сложности? Вот за то время, пока мы пересмотрели рекомендации, уже вышли европейские рекомендации. Да, у нас все были 2020 года, и слава богу, хотя бы в этом году у нас сделан пересмотр рекомендаций. Ну, для начала надо сказать, что европейские рекомендации пересматриваются раз в 5 лет обычно, то есть традиционный срок пересмотра рекомендаций. Наши рекомендации, они в этом году, по крайней мере пока еще, различны с подъемом и без подъема сегмента СТ, а европейские уже новые, это раз, то есть они объединенные. И, в принципе, ну, у нас был опыт работы над европейскими рекомендациями. Европейские рекомендации, длительность процесса от начала запуска до сдачи этих рекомендаций не менее 2 лет, а иногда и больше 2 лет занимает. Поэтому мы, в принципе, российские рекомендации делали где-то приблизительно в течение 1,5 лет. Это вполне оптимальный срок. За это время
много было раундов переговоров между экспертами. Обсуждались формулировки, обсуждались то, что новое нужно внести в рекомендации. Потом была работа с центром экспертизы, и, соответственно, там тоже свои изменения за период с 2020 года произошли. Они тоже уже по-другому стали анализировать подготовку рекомендаций. И вот этот диалог, это постоянный, то есть, это, ну, если не каждый день, но каждый месяц мы обновляли документ, находили какие-то новые позиции, их согласовывали, нам предлагалось что-то более детализировать в них. Опять же, нужно было, о чем коллеги уже говорили, синхронизировать. То есть на сегодняшний момент времени рекомендации 2024 года, по сути дела, да, которые мы сейчас имеем, они полностью синхронизированы. Если в рекомендациях с подъемом есть положение, то такое же абсолютно в рекомендациях и без подъема сегмента СТ, но за исключением вот аспектов аэроперфузии. А все остальное синхронизировано полностью. То есть, в принципе, следующий пересмотр нам надо наставить на объединенной версии. Насколько я понимаю, сейчас уже Минздрав нам это даже разрешает в следующей версии сделать. Я думаю, что это будет оптимальный вариант, потому что документ будет проще. Мне кажется, его проще будет подготовить и уже быстрее можно будет сделать. Ну, то есть мы наоборот как раз все успеваем, даже быстрее, чем европейцы. Я зря жалуюсь, зря сетую, правильно? Нет, мы абсолютно, вот я должен сказать огромное спасибо всей команде, которая работала, потому что люди работали, ну, по сути дела, в непрерывном режиме. Ну, вы это знаете лучше других, и, соответственно, только очень позитивное настроение в процессе вот этих полутора-двух лет работы над рекомендациями. И огромная благодарность всем коллегам, кто принимал участие. Коллеги, спасибо большое, что вы нашли время посетить нашу студию, ответить на волнующие всех практикующих врачей вопросы, да, и вкратце рассказали, практически анонсировали клинические рекомендации, но я должна сказать, что представление основных тезисов рекомендаций, аспектов рекомендаций нам предстоит сегодня заслушать в 13:30 в зале пленарных заседаний. Да, я всех туда приглашаю, там будет озвучен не только острый коронарный синдром, но и легочная гипертензия, и желудочковое нарушение ритма, поэтому всех ждем там на заседание. В настоящий момент мы заканчиваем обсуждение острого коронарного синдрома. И я вас жду снова в ТВ-студии в 15 часов, где мы будем обсуждать уже следующие клинические рекомендации сердечной недостаточности, которые тоже наделали очень много шума. Будем обсуждать классификацию лечения, особенности лечения в зависимости от классификации от фракции выброса. До встречи в 15:00.